Приехал, балахнул. Дизель авто. Сейчас будем снимать, смотреть, проверять на стенде, что с форсунками. Сняли форсунки. Одна первая прям как новая. И новый крепеж тоже. Сейчас будем на стенд ставить. А у них кольца прогорают, да, говорят? Это если на грязь поставят. На грязь, если поставил? Да. Ага. То есть посадочное место по-любому надо всегда прочищать, да, когда делаешь? Да. Но этот факт, он не зачастую, да, как я понял? Редко, да? Или часто у кого бывает, что ты открываешь и прогоревшие кольца? Бывает то, что люди сами насмотрятся всяких и пытаются YouTube сами, каналов, да. Да, и сами пытаются снимать, и вот так получается. До конца суть не уловили? Ну да, 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 думаю, дай-ка сам попробую. Какой час бывает? Прям как новая, да? Машина, когда стоит долго, закоксовываются они? Нет? Первая форсунка, да? Thank you.
Нормально, да? Барсука отличный параметр. Вторая, да? Вторую проверяем форсунку. Может, не врут, что ездили на хорошем топливе? Не исключено. Интересно. Суяновский, ребят, конечно, порадовали на Некстер. То, что миллион с лишним пробег? 1 200 000. 1 200 000 пробег, нормально был. Ну все, ништяк. Третью форсунку проверяем. Да нет, вроде. Так-то все вроде нормально. Просто у кого-то он как-то работает пум-пум-пум медленно. А у меня кого-то бам-бам-бам-бам-бам-бам. Быстро что-то думаю. Да и хотел сразу для себя провериться лучше, чтобы уже знать наверняка. На предыдущий-то мы, по-моему, делали, все четыре меняли. Все четыре были. Да, да, да. Да, все четыре у меня были тогда. И там рядка есть. Год я отъездил, приехал, у нас только одна форсунка тогда только была. И тот искал, она по сути нормальная. Я говорю, давай поменяем. Вот я ее поменял, это был... когда я продал эту газель? В этом году. 2 месяца назад, наверное, или 3 я был у тебя в последний раз. Вот проверял опять все 4 после 8 месяцев.
езды. Ну и четвертую сейчас проверим. Это хорошо. Все-таки на фирмах машины нормально ездили, да, оказывается, где? Есть немного водителей в одной машине. Один водитель был. Несколько это лет, всегда много лет нам. Сказка. Машины получаются. А когда они меняются, как на хлебовозках. Ну да. Но фильтра топлива не оригинальный стоял. Надо оригинальный. Да, нет, я поставил оригинальный, но стоял не оригинальный. Один он валяется не оригинальный. Ну все, ништяк. Колечки, говоришь, нормальные, да? Все нормально? Да. Ну и хорошо, что. Да. Место посмотрим, да, посадочное, да? Обязательно, в любом случае его да, смотреть, бля, чисто пробывать. Вот так вот, друзья, для своего блага раз проверил, приехал сюда. Не все. Ну все, друзья, все проверил я. Кстати, у них диагностика есть. Диагностику я тоже сделал. 500 рублей. Вот. И 2000 проверить, снять, поставить. Ну, то есть я не сам снимал. Вот. Ну а так ребята и почтой высылают. То есть как бы это. На номер можно позвонить. В любой регион высылают готовые. Вы им присылаете свои. Вот. У меня, оказывается, ролик шумит. Ну вот как-то так. Все, что вот, балахна. Такой вот здесь заездик сразу по главной. По ошибкам ничего не показало. Показал то, что спидометр не работает, но он у меня реально не работает. А, я же рацию поставил. Вот. И ошибка, ну, якобы третью форсунку там то ли отсоединяли, то ли что. Ну, что-то такое, короче. Все, больше никаких ошибок нет, ничего нет. Непонятно, почему первую форсунку меняли. Вот это, конечно, интересно, да. Вот. Вот так вот, балахна и сразу направо, только с другой стороны, когда едете. Все, давайте, всем удачи, всем на связи.